Таллине в 50-метровом бассейне общества «Калиф» проходили традиционные всесоюзные соревнования на приз газеты «Комсомольская правда». В них приняли участие сильнейшие пловцы страны. Дан старт женскому заплыву брасом на дистанцию 200 метров. Среди финалистов олимпийская чемпионка Галина Прозуменщикова. Севастопольская школьница вновь подтвердила свое мастерство. С высоким результатом 2 минуты 47,6 секунды она заняла первое место. Однако подлинным героем этих соревнований стала молодая москвичка Тамара Соснова. В заплывах вольным стилем она обновила 2 всесоюзных рекорда на 200 и 400 метров. Выступая на дистанции 800 метров, Соснова установила 3-й рекорд Советского Союза – 10 минут 11,4 секунды.